Всем привет! Мы с Лесой находимся на рынке и решила покушать что-то интересное местное. Так, а что это здесь такое? Это, я так поняла, креветка? Это не знаю. Оно похоже на... Это личинки! Блин! Ты там получше, чем там. Да, тут больше зелени, больше мяса. Ну что, вкусно? Я еще не пробовал. Давайте обязательно посмотрим, будет ли живи или нет. Оно острое, ребята. Но такое острое, что жесть. Короче, поели. Очень вкусно, очень остро, все горит. Мне неимоверно все горит. Я не знаю, как они вообще едят такое острое, такое... Но главное, что рис, он сам по себе, ну, холодный, они его вообще как бы не едят теплым. Они вообще еду, походу, теплым никогда не едят. Оно холодное, но на острое просто неимоверно. Прям так на полу моют посуду, тарелки, все моют.